Моє вітання усім, хто щойно приєднався до 9 каналу. Дніпропетровськ залишиться без зоозони. Її вирішили закрити. Чому міський звіринець припиняє свою роботу? Куди подінуть тварин? Та як там ідуть справи зараз? Про це розкажуть наші гості. Волонтери, представники зоозахисних організацій Оксана Семехіна та Ганна Гриднєва. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну і так, важливий вопрос. Закроють, не закроють? Почему, когда это произойдет, ну и, собственно говоря, какие последние новости? Есть этапы работы, которые провели у нас на сессии Горсовета депутаты, и согласно их решению, зоозона будет закрыта. И до 1 сентября нужно закончить процесс передачи животным, то есть юридическим структурам, которые имеют на это основание содержать их в дальнейшем, и же будут улучшены их условия, и же они попадут в надлежащие руки. То есть таким образом до 1 сентября мы еще сможем кого-то увидеть, да, на Монастырском острове, да, а после 1 сентября решение остаточное, да. Да, да. Крапку поставили. Да, мы ждали этот документ, поэтому вот сегодняшний эфир уже обоснован и наличием документов, и уже огромной базой работы, которую провели волонтеры и провела наша как бы, ну, мэрия, то есть уже отработаны все пункты, все этапы, учтены все нюансы и привлечена как бы к этой работе общественность, то есть мы вот с Анной будем представлять интересы наших днепропетровских жителей зоозоны на территории Украины и будем выполнять как бы в первую очередь это условие жизни животных, они будут достаточны, нормативные и соблюдены все-все пожелания, которые вот мы собирали за этот период. И, конечно же, согласно юридической норме, мы имеем пакет документов на каждое животное, мы имеем официально документооборот и знаем, какому предприятию будем передавать его. На сегодняшний день о каком количестве животных идет речь и сколько организаций станет новыми обладателями животных? Да, в общей сложности у нас 97 животных. Это со всеми, кто родился, уже маленькие козлятки, барашки в этом году. Мы пока еще не собрали полную базу новых, скажем так, опекунов для этих животных. Пока ведем только переговоры. То есть вот каждый день мы на телефоне, мы общаемся с новыми местами, куда они могут поехать. То есть это в том числе вот центр реабилитации диких животных, который у нас в Украине создан. Такой уникальный проект, и они в том числе согласились уже взять часть наших животных. Обсуждаем вопросы перевозки, то есть как бы для Днепропетровска это в новинку, мы еще не отрабатывали этот механизм ранее, но сейчас вот мы прорабатываем, как правильно животное транспортировать, как организовать все это. Вот, собственно, будем спешить как можно скорее найти новый дом для всех животных. Днепропетровщина... На Днепропетровщине живут достаточно небедные люди. Есть ли люди из, скажем так, толстосумов, которые готовы то или иное животное купить, и насколько это законно? Нет, не будет смысла никакого в этом, потому что животные находятся на балансе предприятия, имеют балансовую стоимость. Мы знаем, сколько это каждое животное стоит, это государственная коммунальная собственность на данный момент. Смысла никакого нет, потому что мы зоозащитники, мы этого не допустим однозначно. Это не розвага, это не способ коммерции животных. Животные, мы хотим улучшить их жизнь. Нам повезло, что так обстоятельства сложились, что это шанс их улучшить им жизнь реально. И на данный момент сейчас все животные требуют реабилитации. То есть работает сейчас в зоозоне 4 профессионала-волонтера. Официально они трудоустроены в зоозону. Это настоящие волонтеры, имеющие опыт работы с дикими животными и с бездомными, ну, с домашними животными. Волонтеры в содружестве с ветеринарным, как бы, ну, таким ветеринарным, как бы кооперировались с ветеринаром, с ветеринарными людьми, как бы, которые понимают, что, как. И вот в общей договоренности идет лечение. Сейчас мы подготовили бюджет, то есть нам сейчас надо, чтобы животных передать, мы должны их привести в надлежащие как бы, нормы, потому что при передаче животных, чтобы на нашу область не пало пятно, как бы на нашу общественность, что мы передали в жутком, в страшном или в каком-то состоянии, сейчас они все наблюдаются, диагностируются и лечатся. Вот в бюджете где-то от 15 до 19 тысяч гривен сейчас необходимость есть именно первую помощь оказать. Это единый транш или это ежедневный? Единый, да. Все они продиагностированы, взяты анализы. На данный момент волонтеры ежедневно полностью занимаются их реабилитация, социализация, потому что все животные могут быть не просто приручены, а относиться к человеку с допустимым доверием. Вот. И ветеринария – это очень важный пункт, отмечу на данный момент, что, но без бюджета мы не сможем этого сделать. Поэтому в кратчайшие сроки мы сейчас будем получать
возможность потратить деньги на эту ветеринарию, и каждый день каждое животное получит необходимую норму медицинского обслуживания. Присутствие волонтеров, которые отслеживают, как растрачиваются именно эти медикаменты и препараты, и собственными руками они это делают. Ну вот если говорить о том, как тратятся деньги сейчас, давайте немножко все-таки поговорим о том, как тратились они раньше. На ваш взгляд, волонтеров, которые вникли во всю эту проблему, сколько было украдено денег за все эти годы? Важно. Я не думаю, что цифра может быть как-то, потому что есть видимая, а есть невидимая сторона вопроса. Поймите, что есть государственный бюджет, а есть, может быть, какие-то еще другие потоки доходов, которые мы не можем просто увидеть их там. Но масштабы колоссальные. Вы имеете в виду, не доедали ли животные? В том числе. Подождите, но они же живы. Живы. Это понятно, что живы, но есть жизнь, а есть выживание. То есть что вот сейчас, и почему мы тогда закрываем? Почему мы тогда закрываем? Это прямой по ряду причин. На самом деле там и юридически, с юридической точки зрения, не может находиться на территории природоохранного фонда подобный объект. То есть как он там вообще находился все это время, это вопрос к инспекциям, которые давали на это разрешение. То есть если давали разрешение, значит кто-то эту ложку ел из года в год. Поймите, что эти вот дикие животные, это не домашние животные, не бездомные. Да. У диких животных очень ядовитые фекалии, и их слюна, то есть ядовитая. И у нас с вами водоем находится, и пляж. То есть на первом месте наше государство понимает, что это рано или поздно закончится плачевная история. Поэтому убирается зоозона на первом месте из соблюдения правил нормы гигиены человек, его отдых и провождение времени в какой-то природоохранной зоне. То есть не положено там содержать диких животных. То есть, насколько я правильно понимаю, после того, как место будет расчищено, должна происходить определенная дезинфекция протяжении длительного времени, чтобы потом, что там появилось? Может быть, там появится очередной ресторан? Это уже не к нам вопрос, да, мы занимаемся непосредственно именно спасением этих животных, вопросы земли нас вообще не касаются, поэтому нас интересует именно это, мы не знаем. Информация открыта, я думаю, что стороны, которые заинтересованы в какой-либо информации, да, кто-то против коррупции, кто-то в защиту животных, должны либо каждый идти своим путем, но на самом деле вот есть срок, да, вот до 1 сентября туда никто не посмеет ничего построить, потому что животные будут постепенно отбывать, будет искать бюджет этот будет выноситься на сессии, потому что транспортировка животных, сопровождение животных – это огромные деньги. Хотим сейчас в первую очередь ветеринарию закрыть этот вопрос, с питанием каждый день волонтеры смотрят, кто что съел, сколько съел, из чего эти продукты, где они взяты. Вот хотя бы эти нормы мы можем отслеживать, что они едят и в каком они состоянии благодаря этой пище находятся. Давайте так, у нас не так много времени. Да. Нас слышат люди с добрым сердцем, жители нашего региона, чем они могут вам помочь и надо ли вам помощь. Собственно говоря, на этой ноте будем. Пожелать нам удачи, позитивно относиться к этому вопросу. Не ходите, не бастовать перед стенами зоозоны, не пугать животных. Оставьте зоозону, чтобы не было этих митингов, чтобы люди поняли, что мы спасаем животных. Условия не соблюдена ни одна норма. Юридический документ есть, что на этой территории находятся животные, но они... Эта территория не является совместимой с нормами содержания в мире диких животных в неволе. А зоопарк в Днепропетровске будет когда-нибудь? Навряд ли. Это вообще инвестиционно привлекательный проект. Если кто захочет когда, то, наверное, жители будут благодарны этому человеку, который сделает по-настоящему хорошее место отдыха по всем нормативам, чтобы животные чувствовали себя комфортно, да, и никто не страдал. Так что если когда-то будет... В общем, понятно, что в ближайшее время маленькие жители Днепропетровска будут видеть животных только либо в кино, либо на картинках. Но, тем не менее, лучше хорошая жизнь, чем плохое выживание там, где это запрещено. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. А нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу були представники зоозахисних організацій Оксана Семехіна та Ганна Гріднєва. Дякую вам за увагу. Пальнуйте себе, і хай вам щастить.